Крыму задержаны 7 участников террористической организации. ФСБ выявило 3 главарей и 4 рядовых участников запрещенной в России с 2003 года ячейки Хизбут-Тахрир. Как и большинство террористов, под прикрытием задержанные занимались антиконституционной деятельностью, направленной на свержение власти. Конечной целью террористической группы является так называемое всемирное господство халифата. Преступники были задержаны по местам проживания. Там же обнаружена литература пропагандистского содержания, при помощи которой вербовались в ряды запрещенной организации, в основном местные мусульмане. Сейчас оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Членов запрещенной решением Верховного суда Хизбут-Тахрир регулярно задерживают в разных регионах страны, причем в Крыму наряду с Поволжьем и Сибирью чаще, чем в других субъектах России.